А вот в многофункциональных центрах в эти дни резкий прирост желающих завести либо восстановить учетную запись на госуслугах. Именно этот сервис используется для получения QR-кода, без которого уже с 1 ноября невозможно будет попасть в театр, кинотеатр или на спортивное мероприятие. Многие даже не сомневаются, что в дальнейшем он понадобится и для посещения кафе, торговых центров или фитнес-залов. Подобный опыт уже есть во многих соседних регионах. Именно поэтому красноярцы готовы стоять в очередях сейчас, чтобы облегчить свою жизнь с введением обязательного QR-кода. Поток заявителей увеличился. Это мы ощущаем по городу Красноярску, по всем структурным подразделениям. Поток заявителей увеличился примерно на 30%. Я думаю, что вопросов и проблем по регистрации, восстановлению учетных записей не возникнет по городу. В любом случае, каждому заявителю услуга будет данная предоставлена в полном объеме.